Эй, Патрик, я слышал, что Бэби самый ужасный человек. Ну, не знаю, Боб. Возможно, это преувеличение. Может быть, у него есть какие-то положительные качества. Неужели ты думаешь, что у такого типа когда-нибудь могли быть положительные качества? Он же фурий-фашист. Ну, может быть, он просто любит фурии, и это его хобби. Не обязательно сразу приписывать ему фашизм. Нет-нет, Патрик. Я уверен, что он не только фурий-фашист, но и летает еще. Но, Боб, откуда у тебя такие выводы? Неужели ты лично видел, как он ест людей? Ну, не совсем, но я слышал его разговоры. Он же любитель подрочить на фенбоев и трапов с писюнами. А может, он просто имеет своеобразные предпочтения? Не все же люди одинаковые в своих фантазиях. Ну, может быть, ты прав, Патрик. Но мне все равно кажется, что Бэби – самый ужасный человек на планете. Понимаю, Боб, каждый имеет свое мнение. Но давай не будем обсуждать таких неприятных личностей. А лучше поговорим о чем-то более приятном. Например, о том, какие планы на выходные у тебя. Ты прав, Патрик. Достала эта тема про Бэби. А на выходные я собираюсь смотреть новый эпизод мультсериала про губку Боба. Что ты будешь делать? Я думаю, просто провожу время с друзьями. Может быть, поиграем в видеоигры или пойдем на пляж. Я ведь всегда готов на приключения. О, классно! Я тоже люблю приключения. Может, сходим на пляж вместе? Мы же лучшие друзья. Конечно, Боб. Будет здорово провести время вместе, как всегда. Later. Бэби трогал Гупсича за попку и оторвал ноги и руки, и потом съел. А Гуша почемучевара жестко из носа и обосрал в его ротик. Что? Это какая-то больная и отвратительная история. Но, может быть, у нас есть другая тема для обсуждения. Например, что ты сегодня завтракал? Нет, я хочу говорить только об этом. Помнишь, как мистер Крабс продавал свежую крабовую грудь? Да, я помню, что он продавал свежие крабовые пирожки. Но это не имеет никакого отношения к истории, которую ты рассказываешь. Нет, ты не понимаешь. Я говорю о настоящих событиях, которые случились со мной и Бошей Гачимучеварой. Ладно, ладно. Но что, если мы поговорим о чем-то более приятном? Например, о том, куда можем сходить вечером вместе. Нет. Я хочу продолжать говорить только об этом. Ладно, если тебе так хочется. Но я предупреждаю, что это не самая подходящая тема для обсуждения. Я уже рассказал тебе об Бобе и Бупсиче. И теперь я собираюсь рассказать о том, как Боша Бачимучевара. Нет. Я не хочу слушать подробности о том, что сделали с Бошей Бачимучеварой. Давай лучше поговорим о чем-то полезном и интересном. Я думал, ты мой друг, а ты не хочешь слушать про мои проблемы. Но мы можем обсудить что-то более позитивное, что поднимет нас настроение. Например, о любимых фильмах или музыке. Нет, мне нужно рассказать об этом, и ты должен слушать. Ладно, если тебе так хочется. Но я думаю, что это не самый лучший способ провести время. 12 seconds later.